Осязаемая частичка истории Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней представлена как редкая драгоценность, относящаяся к ранней ее истории. Рукопись книги Мормона, датируемая концом 1820-х годов. Мы сделали доступными цветные изображения, позволяющие человеку подержать книгу в своих руках и почувствовать себя так, словно ты держишь в руках оригинал. Рукопись, презентация которой прошла в библиотеке истории церкви 4 августа, стала последней публикацией издания «Бумаги Джозефа Смита», 11-й том. Она была выпущена благодаря особенному сотрудничеству с Сообществом Христа, у которой находится оригинал рукописи на протяжении более 100 лет. Теперь у них будет все в одном томе, с которым удобно будет работать. Разумеется, это было бы невозможно без такого сотрудничества. Обе стороны узнали об этой истории множество деталей, ранее неизвестных. 11-й том издания «Бумаги Джозефа Смита» также содержит цветные изображения камня прорицателей, которые Джозеф Смит использовал при переводе книги Мормона с писарем Оливером Каудри.